Так. Что там в горшке у тебя? Хотя бы сейчас лапы будут не черные. А то лазит по всей кухне все черное. Удивительное дело, прошло 4 года, и Алиса начала давать гладиться на кухне. То есть вот уже я замечаю в течение месяца, то есть она подходит, садится, и раньше гладиться на кухне не давалось. Сейчас что-то изменилось в ее мировоззрении. Надо его убрать отсюда. Нет, больше не дам. Нет. Пойду уберу пакет. Если бы я достал еще, то, конечно, бы она взяла бы еще несколько кусков. У Алиски новый экспериментальный вид спорта. Она теперь забегает домой. Мы ее стали пускать под присмотром, и она ходит по дому. Результаты так себе. Вот она у нас маленькая жила дома, но потом перестала. Но сейчас у нее грустный период, поэтому мы ее стали пускать. Ну ладно, ладно. Ну ты вредная, ты столько съела. Все, хватит. Утащила. Сегодня были на ужин шеи у Белого из миски. Утащила с одного захвата 6 штук. 6. И все, и бегает вокруг. Нет, я тебя не пущу туда. Не вредничай. Ты занята? Все, нет. Нет, я ухожу. Все. Ты идешь со мной? Нет? Эх. Нету в жизни счастья. Алиса, сколько бы шеи тебе не давали, тебе все равно мало. Надо спрятать еще. Я думаю, если ты даже на куче будешь лежать сверху, на большой, ты все равно будешь требовать еще. А, там пакеты висят с едой. Не-не-не. Все. Кто притворяется голодный? Боже, они кормят. Нет. Общаться не будешь? Пакет с едой. Угу. Ну ладно, еще одну. Это будет последняя. Все, сегодня больше не получишь. То есть до этого ты все прятала, а сейчас демонстративно при мне ешь. Довольная, веселая. Привет, да, и тебе тоже. Да, пошли. Эй. Да, пойдем. Ой. Ну, сразу видно, выспалась.
Ой, веселая, улыбается. Вот такая довольная. Никто тебя не трогал. Собак я убрал. Никто не мешал спать. О. Так, нравится, что ж скрипеть перестало. Нет, еще не до конца, конечно, перестал. О-о-о. Давай, переворачивайся. О-о-о. Ну все, кусаться. О, тихо, тихо. Называется, теперь она меня покусает. О. Так. Нет, виноград не будешь. Нет, не будет. Еще раз подумай. Нет. Так, туда надо пойти. Но виноград я все равно оставлю тебе. Я знаю, что ты его съешь. Да? О, а я знаю, почему ты не будешь. Потому что виноград пахнет мясом. Все. Погода, конечно, не очень. Но Алиска все равно проснулась и сейчас будет воплощать свой план в жизнь. Что такое? Пойдем туда. Где ты кушаешь? Показывай. Где? Вот. Вот тут, да. Пожалуйста. Сразу деловые отношения. Все, а тут больше ничего нету, пусто.